Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас второй вид игры в хоккей. Опять же, КХЛ называется. Это лотерея 3 миллиона, в данном случае приз. Стоимость этой игры вы все прекрасно видите. Честно сказать, интересная довольно-таки, интересный принт, интересная картинка. Что из этого получится? Будет ли эта лотерея популярной? Друзья, все пишите в комментариях. Как на мой взгляд, ну, пока что привлекательным здесь остается только 60% призовой фонд. И минимальный приз утешительный здесь, друзья, это 50 рублей. Это уже плохо. 50 есть, 100, 400, 700 рублей, 5000, ну и так далее. И два приза здесь есть по миллиону, один приз на 3 миллиона. Давайте будем играть, а тем временем, как мы начнем, подпишитесь, пожалуйста, на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. Тут все просто, друзья, сотрите защитный слой с игрового поля. Если вы нашли под ним защитным слоем, под защитным слоем число, вы выиграли соответствующую сумму денег. Если же без выигрыша, я так понимаю, вот защитный слой игра, ну тогда мы ничего не выиграли, если будет без выигрыша. Итак, давайте будем счищать все эти нюансы. Так. И тут у нас 50 рублей. Утешительный приз, как это я всегда люблю говорить. Тут у нас ничего не вытирается. Хотя тут такой принт, друзья, что эти товарищи не вытираются. Какие-то зверюшки, снеговик тут и так далее. Но 50 рублей тоже, как говорится, хоть и утешительный приз, но тем не менее он есть, показываю поближе. Это не 500 рублей, а всего лишь 50. Хотелось бы, чтобы был минимум 100, но, увы, но в данном случае это вот таким образом у нас выглядит. Новинка 2023 года, друзья, свежая лотерея, но что-то мне подсказывает, что она станет хитом продаж в 2023 году, по крайней мере. В первом квартале этого года однозначно люди будут брать, потому что новое, интересное, соответственно, есть шансы выиграть. Но, честно говоря, друзья, не 100 рублей стоимость данной лотереи. Ей цена 50 рублей максимум, вот как-то так. Поэтому она такая себе из чего-то непонятного сделана, как говорится, из и палок. Поэтому вот как-то так. Все это выглядит, друзья. Напишите все, что вы думаете о новинке 2023 года. Лотерея КХЛ. Ну, а я, как обычно, желаю всем удачи. Всех обнял.